Привет, и сегодня я играю. Всем привет! Сегодня я играю за Евгена Бро. Я, естественно, не Евген Бро, но пока ночь, и так что мне нужно быстро бы идти. Мне так жалко, что у меня умер мой котенок. Так что перехожу с творческий снова. Настройки и творческий. Мне вот то нужен, так это только котик. Берем творческий. И немножко вот это. Так, ну-ну. Вот зайти нужно вот сюда и найти оцелота. Оцелот вот у нас. И на всякий случай, раз так происходит у меня иногда, я себе возьму запасные яйцелоты. Ой, то есть не яйцелоты, а оцелоты. Оцелотов запасных. Вот они. Одного целота хватать будет. Нифига себе он мяу сделал. Вот нифига ты, кошка дикая. И как мне тебя приучить? И я должен тебе понравиться или нет? Тебя нужно рыбкой накормить. Ну, давай попробуем тебя рыбкой накормить. Ты у нас хороший котик, так что рыбку ты будешь кушать, да? Ну-ну-ну, не-не-не, а рыбку хочешь? Приручить. Приру. Приручить. Ой, так кто у нас такой хороший? Кормить. Привязать. Чтобы потом не убежали никуда. И вот сюда тоже тихонечко вот все это набрасываю. Так, выбрасываем, 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 выбрасываем. Ну и переходим снова в обычный режим. Мне нравятся приключения, потому что в приключении ты играешь вроде бы, и приключения... Что ты? Ты кто? Опа, ну блин, говорю, что-то не так лагает иногда. Ну, ходить тебе не даю, ты тут живой, тебе нужно ходить, но далеко не уходить, понял? А сейчас я немножко поиграю в свой компьютер. Вот-вот. Ну и желательно идти мне спать. Вот вечно то заспать буду. Что-то день на улице, что ли, наступил? В смысле, денек наступил? Тогда я прямо сейчас с балкона такой, я свободен. Это что у меня? Это что? Это что это? Что у нас там лежит? А, я немножко не подумала об этом. Есть, пока мой скин не хочет. А здесь у нас мои любимые рецепты. Сейчас я покажу, что у меня в них. Мои любимые рецепты. Курочка, гриль, курица, печка. Дерево равно курица, гриль. Спасибо вам за книжку. Мне пока книжка не нужна. Я мой безен перетащу сюда. Потому что там он немножко мне мешал. И сейчас я такой вот просто вот я так. Я свободен. Ой, блин, больно, нужно кушать. Вау, теперь у меня стрелы есть. Так, это что у нас тут? Надо поискать ингредиенты после их смерти. И когда умирает, то кости оставят, то еще что-то. Кстати, собаку приучить бы желательно. Что с тобой тут было? Что с тебя с тобой можно было сделать тут? Так ничего с тобой нельзя было сделать. Так что я отсюда. Коза тупая. Бараны надоели, вечно бараны это ходят. Только мекают и травку щиплет. Пользы ноль. Так, это что у нас тут такое? Еще один.
ноутбук. И сейчас, если что... Ну, вообще, не если что, что надо пройти вот собственный паркуринг. Может, он и изя, но для меня было сложно. Ну, блин, нужно идти кушать. Потому что, когда кушаешь, тебе дают больше энергии и восстанавливается жизнь. Ты чё бесишься? Ну, бесись сколько хочешь, твой дом на данный момент. Пока вот я не расскажу тебе, что все твой домик. Ничего тебе не будет. Так, борщик. Нормально он мне помог, борщик. Миску сюда поставим. И куда бы теперь? И хочу вам показать топовое место, если что. Чтобы был такой вот пранк для друзей. Быстро покажу вам. Для друзей пранк. Личный режим игры не выживание, а творческий. Для пранка нам понадобится буквально немножечко красителя. Где у нас краситель? Красители. А, это цветочки. Где красители тогда? Красители. Они здесь, что ли? А, они в природе. Это ведь красители природа. Это что это? В каком смысле? Мне больше нравится вот лаймовый краситель. Одно голубое знамя мне нужно. Знамя голубое. Просто сюда вот идем сразу. Динамит. Еще нам понадобится немножко голубого знамечка. Конечно, правильно говорить бирюзовый, но я люблю называть вот так вот его. Рычаг. Кнопка. И желательно доски. И как вы можете запранкать своего друга с помощью этого способа? Я там делал эти способы, проверял их совсем сильно и долго. Немножко вот так вот, ну, к примеру. Вот здесь, здесь и здесь. И вот даже можно вот так вот немножко приподнять. Даже на два блока можно сделать этот компьютер. Все. Теперь нам нужно один вот сюда. И вот их теперь всех вот так, вот так, вот так. И мы, например, получаем вот такой вот красивый. Ее основу, кнопку и динамит. Обратите внимание, что делать с динамитом. Беретесь, смотрите, где эта клетка, убираете. И туда ставите динамит. И, к примеру, вот ваш друг хочет с вами... поиграть. Вы его зовете в гости, он типа приходит, вот такой вот друг ваш. Так. Приходит ваш друг. И вы говорите сначала нажать на кнопку, он говорит, интересно, а потом на рычаг. Он заметил странный звук, говорит, что это? Но не успел и взорвался. Только почему я полностью не взорвался? Потому что Евген Бро. Потому что я Евгеша Бро. Но если хотите сделать сильный взрывчик, тогда вам стоило бы сделать немножко вот так. Все-таки падение страшнее, чем взрывание. Взрывание тоже в Майнкрафте страшно. В Блокстрайке только почему-то взрываться нельзя, а это, наверное, было бы смешно. Но новое видео будет, конечно, Блокстрайк, потому что у меня там появился нож секретный. Для сильного бум нужно сделать вот так. И за вот этой стенкой мы знаем, что у нас здесь находиться будет
Ставим сюда динамита прям много, чтобы друг не заметил вообще этот динамита, нужно сделать. Ну, к примеру, вот так вот. Залезаем и делаем динамит. Наш друг приходит и говорит, что здесь делать? Вот такие вот показывайте, а потом сюда. Он услышал такой вот странный звук, прислушивается, и бабац, и он погиб. Взорвался или взорвался? Да вы издеваетесь, я не взорвалась, я взорвался. Ну ладно, для полного прощания с вами просто вот настроим хороший режим, чтобы видно было видео третьего лица спереди. Ну ладно, друзья. С вами был я, Лёха, или Spousal Bard. Ну и всем пока. И хочу вам напомнить, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Ну, пока.